Специальные условия на покупку кроссовера Рено Каптер. Терамобил. На Янаульской 1А. Они вдоль дороги хороший лес вот выбирают и пилят. Хороший лес выбирают и пилят. Вот посмотрите. Это же все равно надо технику, лесовоз надо. Грузить это как-то надо. Это же на чурке не пилится. Это же готовое дерево целое вывозится. Это где-то примерно кубов 7-8. Вот с этого же дерева можно, знаете, сколько половых досок сделать? Штук 5. Это получается уже полкуба. Одно дерево. Лия Аскарова, коренная жительница села. Говорит, лес для Николы Березовки – это не только украшение, но и зеленые легкие. Массив отделяет райцентр Краснокамского района от города. Именно благодаря лесу Нефтекамск не наступает на село. И деревья нужно во что бы то ни стало сберечь. Бдительность в этом случае совсем не излишняя, считает Лия. В МЧС как бы сообщила, что идет незаконная вырубка леса. И потом передали в дежурную часть, как бы сотрудники полиции выехали как бы на осмотр леса, что вот незаконная вырубка леса идет. Ну, я не знаю, сказали, будут разбираться. Главное, лес вот вывозится, сами видите, распиливается, и никто не видит, никто не слышит, никто не обращает на это внимания. Сотрудники полиции по обращению выехали на место. Вырубка уже признана незаконной. Никаких заявок на проведение работ не выдавалось. Сотрудник Янаульского лесничества, отвечающий за этот участок, от комментариев до конца дознания категорически отказался. Хотя в телефонном разговоре уверенно заявил, вырубили именно сухостой. Сейчас специалисты проводят экспертизу и спор будет решен. Чистить лес от сухостоя нужно, уверена Лия, но в первую очередь там, где это необходимо. А не только вдали от посторонних глаз, где можно и строевой лес нечаянно подпилить. Вдоль дороги, вот трасса Николы Березовка-Нефтекамск, да, вот знаете, везде сухостои такие. Почему-то их никто не вырубает. Они могут в любой момент повредить и машину, и провода. Электрические провода вот у нас проходят. Мы можем в один миг остаться все без света. Вот, сухостой она везде, везде как это. А там даже коры нету. Вот так незаконно вырубается лес у нас в Березовке. Кстати, в ближайшее время целостность насаждений и деятельность черных лесорубов, в том числе и в Башкирии, будут контролировать спутники из космоса. Авторами уникального проекта стали ученые Сколково. Программу уже успешно опробовали в соседнем Пермском крае, где предотвратили десятки преступлений. Лилия Гарифуллина, Азат Давлетшин, «Время новостей».